13 человек погибли в Китае при крушении автобуса. Он рухнул с моста в реку. А произошла авария из-за неадекватной пассажирки. Это выяснилось, когда машину подняли с 70-метровой глубины. Следователи изучили записи видеорегистратора, который фиксировал водителя. А за несколько секунд до крушения мужчина вступил в словесную перепалку с пассажиркой, которая пропустила свою остановку. Дама ультимативно требовала остановить автобус прямо на мосту, а затем ударила шофера. Водитель ответил на атаку, однако выпустил из рук руль и потерял управление. На скорости в 50 км в час автобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной, после чего врезался в ограждение и упал в реку. Помимо 13 погибших, еще двое числятся пропавшими без вести. Расследование продолжается.